Фаблофт! Видим ясный шус! Отлично. Первым выстрелом. И это наш новейший танк. Первым же выстрелом. Генерал-фельдмаршал фон Манштейн, beginnen Sie. Генерал-фельдмаршал Манштейн, начинайте. Mein Führer, erlauben Sie, dass ich den Entwurf Ihres Operationsbefehls bekannt gebe. Bitte. Мой фюрер, позвольте зачитать проект вашего приказа. Geheime Kommandosache. Совершенно секретно. Entwurf für Operationsbefehl Nummer 6. Оперативный приказ номер 6. Ich habe mich entschlossen, sobald я решил, как только позволят условия погоды, провести операцию «Цитадель». Ziel des Angriffes ist es, главная цель операции – одновременным наступлением с севера и с юга окружить и уничтожить русские войска, сосредоточенные на Курском выступе, с последующим танковым ударом на северо-восток в обход Москвы. Для проведения операции «Цитадель» на направлениях главного удара привлекаются 17 танковых, 2 моторизованные и 22 пехотные дивизии. Какая численность войска? Около миллиона солдат, 2700 танков, из них 800 тигров и 1800 самолетов, мой фюрер. Господа генералы, две проведенные нами кампании 41 и 42 годов не привели к разгрому русских. Мы начинаем третью кампанию 1943 года, которая будет решающей. Мы провели тотальную мобилизацию. Это дало возможность довести численность наших войск, действующих на фронтах, до 9,5 миллионов человек. Такой армии Германия никогда не имела. Мы построили новые сверхмощные танки «Тигры», которые должны сокрушить оборону русских. Должны сокрушить. А как же вот это? Русский противотанковый снаряд пробивает лобовую броню «Тигра». И вы хотите сейчас наступать? Я не могу рисковать. Немедленно возвратить все «Тигры» на заводы и поставить дополнительную броню. Мы не можем начинать сейчас операцию «Цитадель». Готовиться, готовиться и готовиться.
Уже около месяца. На всех фронтах затишье. Не могут опомниться после Сталинграда, товарищ Сталин. А мы после Харькова, товарищ Василевский. Сталинград – это большое поражение Гитлера. И военное, и политическое. Но под Харьковом немцы показали, что они еще очень сильны. И что решающая битва впереди. Нет сомнений в том, что противник, ну, попытается взять стратегическую инициативу в свои руки. Весь вопрос заключается в том, где, когда и какими силами нанесет он удар. Что скажет Чуков? Я считаю, товарищ Сталин, что Германия в состоянии к летней кампании подготовить крупную наступательную операцию на одном стратегическом направлении. Учитывая экономические ресурсы юга Украины, я считаю, что противник будет упорно драться за Донбасс. А для этого ему удобнее всего использовать выгодную для себя оперативную конфигурацию в районе Курской дуги. Вот посмотрите. Наступая с севера и с юга, противник может подрезать и окружить войска Центрального и Воронежского фронта. После чего перед ним могут открыться перспективы широкого маневра в любом стратегическом направлении. А что скажет Василевский? В течение последнего времени Генштаб провел тщательную воздушную и агентурную разведку, товарищ Сталин. Разведка установила, главные потоки войск противника идут к району Полтава-Харьков, а также в районы Орла-Брянска. Это подтверждает предположение маршала Жукова. Что предлагает Генштаб, товарищ Антон? Генштаб, товарищ Сталин, предлагает встретить наступление немецких войск мощными средствами обороны, обескровить противника, затем, перейдя в контрнаступление, разгромить. Мы начали разработку операций. Разработку операций. А если наша оборона не выдержит удар немецких войск, как это не раз было в 41 и 42 годах, вы можете поручиться за это? Можем, товарищ Сталин. Thank you.
Рядовой 6-го саперного батальона делал проходы в минных полях. За что получили железный крест? Вофюр haben Sie das Eisene Kreuz erhalten? Für Сталинград. Сталинград? Что же вам повезло, для вас война уже кончилась. Sie sind offenbar ein Glückspilz. Für Sie ist der Krieg schon zu Ende. Sie werden mich erschießen. Aber morgen wird hier für die Russen ein Stalingrad beginnen. Und diesmal werden wir bis Moskau kommen. Man hat uns den Führerbefehl verlesen. Вы меня расстреляете, но завтра начнется для вас Сталинград. Мы дойдем до Москвы. Нам зачитали приказ фюрера. Что это за приказ? Und was für einen Befehl ist das? Ein gewaltiger Angriffsschlag, der heute im Morgengrauen bei Kursk geführt wird, wird die Russen bis aufs Tiefste erschüttern. Das wird die letzte, die entscheidende Schlacht. Колоссальный удар будет нанесен сегодня утром под Курском. Это будет последний и решающий удар. Когда начало наступления? Um wie viel Uhr beginnt der Angriff? Am 5. Juli um 3 Uhr. 5 июля, 3 часа утра. Значит, в 3 часа. Если так, через 2 часа. Что это, миф или реальность? Во-первых, ставка нас предупреждала о сроке немецкого наступления в период 3-6 июля. Во-вторых, как известно, фельдмаршал Манштейн вчера на Воронежском фронте провел разведку боем. И, наконец, командующий группой армии «Центр» фельдмаршал фон Клюге. Что известно о Клюге? По сведению партизан, он выехал вчера из Орла и со своим штабом принялся к фронту. Так что все говорит за то, что они готовы начать. 3 часа утра, если верить пленному. Да, если верить пленному. Какие меры вам предусмотрены? Внезапный огонь из всех видов артиллерии. Контр-арт-подготовка. Отдавайте приказ. Но мы не установили районы сосредоточения противника. Это значит стрелять по кустам. А если пленный прав, и через час 55 минут немцы начнут наступление? Тогда наш артиллерийский удар необходим, товарищ маршал. Командующий артиллерией, приступайте. Слушаюсь. Определенное молчание, как пишут в романах. Чего свистишь? Весело очень. А что, товарищ капитан? Двинем вперед, трофеи будут. Склады поди под Орлом есть. Склады. А если назад до Курска драпанем? Ну что вы. Ну а если? Товарищ капитан, вас вызывает командир полка. Еще хочу напомнить тебе, Цветаев. В связи с обстановкой разное может случиться. Пехота будет пропускать танки через себя. Танки сразу на вас пойдут. Учти это. Учел, товарищ подполковник. Что учел? Почему так легкомысленно отвечаешь?
всего честь, капитан Цветаев, нельзя. 10 танков на вас пойдет или 50. Во всяком случае, рассчитывать вот на 50. Твоя высота будет на стыке вот с батальонами Максимова и Орлова. Орлов! Что? Ничего. Все понял. Разрешите идти, товарищ подполковник? Иди. Вы тоже идите к своим батальонам. Учел? Учел. Молчат. Странно молчат, а? Может, передумали? Ну, не пуха тебе, не пера, Максимов. Знаешь, иди ты... Слушай, Орлов, что у тебя, зубы болят? Угу. На нервной почве. Понятия не имею. Душу выматывает. Знаешь, как у плохого солдата, перед боем всегда понос. Зоечка, я ужасно рад вас видеть, Зоечка. А ну иди прямо и не оглядывайся. Есть? Ты чего здесь? Я просто боюсь немного. Нехорошо как-то на душе. Ничего с нами не случится. Все будет в порядке. Странно. Немецкое наступление как облегчение ждем. Три часа 56 минут. Начнут или не начнут? Должны. Должны. Ясно одно, военная машина приведена в действие, остановить ее нельзя. Соедините-ка меня с Воронежским фронтом. Гробовая тишина, Георгий Константинович. Да, никаких признаков серьезного начала. Может быть, дождемся, повезет. Счастливо. Тоже ждут. Аж звенит, как тихо. Ну что? Все по-прежнему, Николай Павлович. На передовой никакого движения. Александр Михайлович, может, потревожим вторые эшелоны? Давайте. Соедините меня с Катуковым. Товарищ генерал, боевая тревога. Ясно. Разрешите, я помогу. Иди. Сейчас приду. Иди, иди.
Черт. Ну что? Товарищ лейтенант, тревога. Ладно. Давай Дорожкин к мотоциклу. И без любопытства. Знаешь, не люблю. Слушаюсь. Это что же, экипаж? Экипаж танка номер 13, товарищ генерал. А где же танк? Где командир? Przepraszam, panie generale. Pozwoli pan, że zamelduję, że dowódca naszego czołgu, porucznik Wasiliew, błyszczy zawsze, że tak powiem, zdyscyplinowaniem i punktualnością. Dziś naprawdę nie mógł skompletować załogi czołgu. Что он сказал, вы поняли? Никак нет, товарищ командующий. А я понял. Экипаж пытается храбро защищать своего командира. Так где же командир? Лейтенант Васильев прибывает, товарищ генерал. Значит, говорите по-русски. Поляк? Так точно, поляк, товарищ генерал. Я из Варшавы 3 года служу в советской армии. А почему все-таки говорили по-польски? Думаю, по-польски, товарищ генерал. Вижу, за словом в карман не полезете. Товарищ генерал, лейтенант Васильев Пашин... Подождите докладывать. Вам что, лейтенант Васильев, офицерские погоны надоели? Прямо говорите... Ну? Никак нет, товарищ генерал. Офицерские погоны мне не надоели. Надо бы. Ладно. После боя решим, насколько тяжелы вам офицерские погоны. Марш ко взводу! Слушаюсь! Господин фельдмаршал, весь замысел операции был основан на внезапности. Теперь она утрачена. Русская артиллерия нарушила связь. В передовых частях серьезные потери. Что же вы предлагаете? Отменить операцию. Это нереально. Вы информировали фюрера о событиях этой ночи? Я не счел нужным. Но потом уже будет поздно. Что же вы хотите? Прошу вас, господин фельдмаршал, позвоните фюреру. Речь идет о решающей военной операции, о судьбе Германии. Beginnen eine Schlacht, die über das Ende des Krieges entscheidet. Мы начинаем сражение,
которая решит исход войны. Когда вы сможете атаковать? Через час. Действуйте. Леонтьев, к орудиям! Почти все европейские государства уже присоединены к Германии. Вот перед вами эти государства. Португалия, Испания, Франция, Италия, Бельгия, Голландия, Дания, Норвегия, Финляндия и все Балканы. В ближайшее время будут организованы новые государства из завоеванных Германией земель. Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Украины. Что же остается в Европе? Полоса русской земли, судьба которой уже предрешена. Сегодня немецкие войска
прорвали Советский фронт у основания Курской дуги. И 10 советских армий попали в огненное кольцо. Такого колоссального удара большевистская Россия уже не выдержит. На наших мундирах вы видите знак РОА. Это значит Русская освободительная армия. Вы тоже можете присоединиться к этой армии, если хотите, чтобы ваши жены и дети, матери и отцы встретили вас как своих освободителей. Я предлагаю всем, кто хочет присоединиться к русской освободительной армии, выйти вперед. Мое имя Артур фон Кристман. Я представляю Международный Красный Крест. Вот сообщение швейцарских газет. Делегация Красного Креста отправилась из Швейцарии в Москву, чтобы обсудить с советскими властями меры помощи русским военнопленным. С большим трудом делегация добила встречи со Сталиным. Он выслушал представителей швейцарского Красного Креста и ответил: «У нас нет военнопленных, у нас есть только предатели». Теперь вы знаете, что вас ждет на родной земле. Еще раз предлагаю, кто хочет к нам присоединиться, выйти вперед. Кто еще? Власовцев увести, всем остальным экзекуция. Рехтс ан! Оне трит марш! Ганз абтайлунг! Гит! Оне трит марш! Вы Сталин? Нет. А кто же вы? Яков Джугашвили. Ну, не все ли равно? Вы сын Сталина. А мы с вами встречались. Не помню. На маневрах под Киевом до войны. Я был тогда в штабе синих. А теперь? Не забывайте, Яков Сталин. Я хочу помочь вам, а вы петушитесь. Сколько времени вы в плену? С августа 41-го. Почти 2 года. Ну вот, а теперь у вас есть возможность вернуться домой. С вашей армией? Мне поручено передать, что Гитлер хочет обменять вас на фельдмаршала Паулюса, взятого в плен под Сталинградом. Но для этого вы должны написать письмо отцу. Я ничего писать не буду. Подумайте еще раз. Я ничего писать не буду Сталину. Если обмен на Паулюса не состоится, вас расстреляют. Thank you.
Наши танки, товарищ полковник. Где вы видите наши? Назад! Влево давай! Влево давай, быстро! Быстрее, ну! Давай! Держись! Держись, дорогой! Держись, Орлов! Противотанкисты к тебе идут! Все вижу, знаю, знаю! А дорогой, вы знаете, подполковник, что только что у вас в тылу меня обстреляли немецкие танки? Вы это знаете? Так точно. Что так точно? Почему все-таки они прорвались? Товарищ полковник, 40 танков прорвало оборону батальона Максимова. Товарищ подполковник, майор Максимов. Что? Как Максимов? Да откуда? Откуда ты? Батальон оставил. Людей бросил, майор. Товарищ полковник, разрешите выяснить, в чем дело. Ну, как ты здесь? Как ты здесь? Ну? Снарядом завалило блиндаж. Очнулся, а в траншеи немцы. Моих людей нет. Я не мог. Не мог я. Мои люди на высоте. Вон там. Иди на высоту. Айсберг стоять. Батальону. Сейчас же. Бегом марш. Марш. Люди его до последней капли крови, а он трус. Максимов! С ума сошел! Контужен, что ли? Бронебойным огонь! Второй батальон отходит! Драпанул! Вон они! Видите? Вон они! Где драпанул? Вон они! Товарищ капитан Орлов отходит! Не выдержали славяне! Эх, бродяги! Стой! Расстреляю первого! Назад! 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 Танки с попом пошли, пропали, идут! Где Орлов? Ты! Орлов где? Окоп, ложись, отстреливаться! Ах вы, драпальщики, мать вашу! Назад! Назад! Окопаться сейчас! Орлов жив! Пули еще для меня не отлиты! Я сижу, а не он драпает! Назад! Назад, души из вас вон! Назад! Я не драпываться! Заряжай! Thank you.
Снаряд! 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 Заряжай! Товарищ капитан! Снаряд. Держитесь! Снаряды будут! Быстрее! Есть! Капитан. Товарищ капитан, осталось 5 снарядов. Сашка! Бегом! Голубчик, нам бы десяток снарядов, понимаешь? Будут. Десяточек. Будут, будут, должны быть. Подсолнух, мы все погибли здесь, выполняя приказ. Мы все погибли здесь, выполняя приказ. Мы не погибли. Что вы говорите? Мы не погибли. Выполняя приказ. Вы контужены. Вы контужены. Саша, милый, у нас 2 снаряда. У нас всего 2 снаряда. Скорее в тыл, ну быстрее, милый, я прошу вас. Его не убьют. Его не должны убить. Его не убьют. Сестра! Сестра! Все хорошо будет, милый. Сейчас. Все будет хорошо. Сейчас подожди. Подожди, милый. Все будет хорошо. Сейчас, подожди. Конец боя. Это должно же когда-нибудь кончиться. Это должно кончиться. Сестра! Сестра!
Сережа. Wie ist die Staffelung Ihrer Verteidigungslinien in Ponary? Майор Максимов, Геннадий Михайлович, командир 2-го батальона 206-го стрелкового полка 381-й дивизии. Ты по-русски? Майор Максимов, генерал хотел бы задать вам несколько вопросов, ответы на которые могут сохранить вам жизнь. Русский, знаешь? Ты что, русский? Я немец, но я жил в России. Майор Максимов, генерал задает один вопрос. Как глубока советская оборона в направлении станции Панери? Я повторяю вопрос. Вы слышите меня? Я жду. Генерал Оберст, komm! Wir haben einen Major von der 206. Infanteriedivision gefangen genommen. Aha. Dolmetscher? Stimmt es, dass Marschall Zhukov zu General Rokossowski an die Front gekommen ist und sich bei der Truppe aufhält? Так ли это, что маршал Жуков приехал на фронт к генералу Рокоссовскому и находится в войсках? Es ist mir bekannt, dass unter den russischen Soldaten eine Redensart herrscht. Wo Marschall Zhukov auftaucht, geht der Angriff los. Stimmt das? Известно, что у русских солдат есть поговорка. Когда приезжает маршал Жуков, начинается наступление. Так ли это? Так. А теперь вы можете меня расстрелять. Und jetzt können Sie mich erschießen. In der deutschen Wehrmacht erschießt man keine gefangenen russischen Offiziere. Ihr Soldatenleben gehört Marschall Zhukov und General Rokossowski. Sie sind frei. В немецкой армии не расстреливают пленных русских офицеров. Ваша жизнь солдата принадлежит маршалу Жукову и генералу Рокоссовскому. Вы свободны. Wenn Sie ihnen zufällig begegnen sollten, dann sagen Sie ihnen, dass die deutschen Panzer in 3 Tagen in Kursk sein werden. Если у вас будет случай увидеть их, передайте им, что немецкие танки через 3 дня будут в Курске. Und Ihnen, Major, gebe ich einen guten Rat. Geraten Sie kein zweites Mal in Gefangenschaft. Ein mutiger Offizier zieht eine Kugel der Gefangenschaft vor. Только желаю вам, майор, второй раз не сдаваться в плен. Смелый офицер предпочитает пулю в лоб, чем плен. Aufstehen. Теперь беги. Тебе подарили жизнь, майор. Радуйся. Беги. Беги, беги. Мне подарили жизнь. Фрицы! В Курске будете? Нет! Вот ваши танки горят! Вот горят! Да вас надо душить, как крыс вас душить надо, да если б я... Беги, красная сволочь! Стреляй! Ты увидишь, как умрет русский майор Максимов! Стреляй, курва немецкая! Ну, последний раз! Беги! Беги! Стреляй! Стреляй!
Таким образом, в течение 5, 6, 8 и всего дня 9 июля ударная группировка генерала Моделя пыталась прорвать оборону наших войск. Полосе 13-й, 48-й и 70-й армии. Противник продвинулся до 10 километров, но прорвать оборону ему не удалось. Прошу доложить данные на 9 июля с Воронежа. На Обаянском направлении немцы рассекли оборону 6-й гвардейской армии Чистякова и продвинулись на 30 километров. Тяжелые бои идут во второй полосе обороны. Танковая армия Катукова приняла удар на себя. Такова обстановка на 9 июля. Рассекли. Да, тяжеленько, Ватутину. Ну, разве нам легче, Георгий Константинович? Сравнительно. Все мы ожидали более мощный удар на участке Центрального фронта, а не у Ватутина. А впрочем, на войне каждому генералу кажется, что главный удар приходится на него. Москва, товарищ марш. Товарищ Жуков? Да, товарищ Сталин. Здравствуйте. Я вас слушаю. Как дела? Мы с Рокоссовским считаем, что противник выдыхается. Обнаружена перегруппировка его частей в районе Теплой Панари-2. Над прорыв противник не имеет сил. Видимо, перейдет к оборонительным действиям. Не пора ли наступать Рокоссовскому? Ваше мнение? Я считаю, что пора вводить войска Брянского и Западного фронтов, как это предусмотрено планом Кутузов. Без этих ударов успешное контрнаступление Рокоссовского невозможно. Когда, по-вашему, можно начать? Я думаю, не раньше 12-го. Будем считать это крайним сроком. Верховный торопит. Что еще, товарищ Антон? К нашему военному атташе в Швеции обратился Международный Красный Крест. Опять они пытаются навязать нам свою мораль. Речь идет о вашем сыне, Якове, то есть Сталин. Немцы предлагают через Красный Крест обменять его на фельдмаршала Паулюса. Я солдата на фельдмаршала не меняю. Наш девиз – победить или умереть. Фюрер сказал, я начинаю все сначала. Эти слова фюрера оправдываются. Великая германская армия начала невиданное по мощи наступление на Курск. Еще одно решающее усилие, и большевистский фронт будет опрокинут. Господи, благослови наше оружие! Turn that thing off. Выключите. Я не могу слышать, как этот негодяй призывает Господа Бога. Но если даже Геббельс, как обычно, наполовину приврал, обстановка под Курском, видимо, действительно напряженная. Well, sir, according to our intelligence, the German strength. По нашим данным, в немецком наступлении участвует до 1 миллиона солдат и до 3000 танков. Gentlemen, I'm afraid that this time the Russians may. Боюсь, что на этот раз русские могут не выдержать.
We are approaching a very, very serious crisis. Наступает кризис. Perhaps we should revise. Может быть, есть смысл пересмотреть сроки плана Оверлорд и форсировать высадку в Нормандии? Don't you be too hasty. We're just substitute players, and we haven't been called upon to play as yet. For my part, I consider Europe. Я продолжаю настаивать на вторжении в Европу через Балканы. Especially in view of the fact that the situation of the Yugoslav patriots. Тем более, что положение партизан Югославии крайне тяжелое. I'm afraid, sir, that there is practically no hope for them. Да, но почти безнадежное, господин премьер-министр. Yes. Как вы переносите наш горный поход, капитан? Поход переносится легче, когда знаешь его цель. Если мы соединимся с действующими Восточной Боснии партизанскими бригадами, наши силы удвоятся. Дай бог. Может быть, к этому времени союзники высадятся на Балканах. Господин Черчилль хочет опередить русских и не пустить их на Балканы. Во всяком случае, это уже второй фронт. Второй фронт на Балканах уже создан Народно-революционной армией Югославии. Мы ведем здесь тяжелые бои. Мы сражаемся. Я всегда вместе с вами. Мы знаем об этом, капитан. Спасибо. Товарищ командир, впереди немецкие машины. Мы окружены. Будем прорываться. Перехват, товарищ генерал. Всем. Югославская народная армия вырвалась из окружения. Югославская армия продолжает борьбу. Поддерживайте связь. Это очень важно. Слушаюсь. Генерал Рыбалко прибыл. Приездом, Павел Семенович. Спасибо. Пойдем, поговорим. Вот посмотрите, какая сложилась обстановка на 18 часов 10 июля. Фельдмаршалу фон Клюге удалось вклиниться в оборону Рокоссовского на 10-12 километров. А у Ватутина противник продвинулся в глубину нашей обороны до 40 километров. Сегодня фельдмаршал фон Клюге, по сведениям нашей разведки, ввел в бой свой последний резерв. 12-ю танковую, 10-ю, 36-ю моторизованные дивизии. И тем самым, Павел Семенович, он ослабил свой левый фланг. Генеральный штаб считает, что пора начинать операцию Кутузов. У
ударить во фланг немецкой группировки. Вот сюда. Сергей Матвеевич, объясните задачу генерала Рыбалко. Ваша танковая армия, наступая в полосе Брянского фронта, при благоприятных условиях должна взять город Орел. Я Орел брать не буду. Как не будешь? Улицы там очень узкие, развернуться негде. Мне там все танки сожгут. Так, что же вы предлагаете? А я его обойду, а всю славу отдам пехоте. Ну, славой мы сочтемся после войны. Желаю удачи. Час тому назад русские войска Западного и Брянского фронта перешли в наступление против моего левого фланга. Это ставит под угрозу окружения всю ударную группировку Моделя. В этих условиях мне ничего больше не остается, как отказаться от наступления на Курск с севера. Прошу вас подождать, докладывать фюреру о своем решении. Операция «Цитадель» вступает в свою заключительную фазу. Я сегодня ввожу в сражение все танковые дивизии. Да, все 11. У меня здесь командиры дивизий. Они полны решимости быть в Курске. Желаю успеха. Господа, фельдмаршал фон Клюге надеется завтра быть в Курске. Мы будем там сегодня, господин фельдмаршал. Мы, танкисты дивизии Адольф Гитлер, господин фельдмаршал. Достойные слова, обергруппенфюрер. Благодарю вас. Вы должны понимать, что положение противника критическое. Сражение приобретает характер натянутой струны. Она должна оборваться. От действий нашей дивизии сейчас зависит очень многое, если не все. Танковая дивизия СС «Райх» готова к атаке. Танковая дивизия СС «Мертвая голова» прорвется к Курску. 19-я танковая дивизия выполнит свой долг, господин фельдмаршал. Долг объединяет нас всех. Победить или умереть. Так точно, господин фельдмаршал. Я всегда это помню. Решительный натиск, и струна лопнет. Вы свободны.
поверил бы в Бога, перекрестился бы. Давай, есть! Взвод! Делай, как я! Вперед! Возьми! Огонь! Дураки говорят, что пекла нет!
Товарищ лейтенант! 15-й не отвечает! Что? Ранен вроде, ничего не видно. В реку, Горохов, в реку там гасить надо. Горохов, в реку, Горохов, слышишь? В реку! Thank you.
Костяков, прорыв ликвидировать своими силами, слышишь? Казачьи взять обратно. Пока не возьмешь казачьи, разговаривать не о чем. Все. Как дела в районе Прохоровки? Плохо, Александр Михайлович. Противник прорвал оборону в районе 183-й дивизии и 2-го танкового корпуса и прет на Прохоровку. А на других участках? Тоже жмет изо всех сил. Резервы все в бою. Александр Михайлович, попросите у Сталина 5-ю танковую. Время, ей-богу, время. Все понимаю, Николай Федорович, но 5-я танковая армия в составе Степного фронта у Конева. А Степной фронт – резерв ставки, созданный для наступления. Александр Михайлович, но вы же сами видите, что в наступлении противника назревает кризис. И контрудар 5-й может решить все. Александр Михайлович, попросите у Сталина. Попробуем. Соедините меня со ставкой. Степной фронт был резервным фронтом ставки. Он предназначался для введения в бой в случае успеха нашего контрнаступления на Курской дуге. Но Сталин, встревоженный обстановкой южнее Курска, передал Ватутину из Степного фронта две армии: 5-ю гвардейскую генерала Жадова и 5-ю танковую генерала Ротмистрова. Товарищ командующий, 5-я танковая армия получила задачу уничтожить вклинившуюся группировку противника. Рубеж развертывания западнее Прохоровки. Противник уже в Прохоровке. Немедленно разворачивай армию. Слушаюсь, товарищ командующий. In der Schlacht bei Kursk ist eine Krise eingetreten. Наступил поворот в Курском сражении.
Vielleicht sogar im ganzen Ostfeldzug. А может быть, во всей кампании на Востоке. Herr Generalfeldmarschall. Господин фельдмаршал. Meine Division besteht nicht mehr. Моей дивизии нет. Aber ich kenne meine Pflicht. Я не забуду о своем долге. Что это? Генерал Шмидт. Sinnlos. Напрасно. Передайте войскам держаться любой ценой. Я подготовлю приказ. Нам нечего сказать своим солдатам, генерал. Держаться, держаться. Но немецкие войска не смогли удержать мощное контрнаступление советских армий. Величайшее во Второй мировой войне танковое сражение под Прохоровкой решило исход битвы на Курской дуге. Это было начало конца фашистской Германии. Хотя до полной победы еще оставалось два долгих года боев, страданий, мужества и потерь.